огонь или нож. Может, на среднюю кухню. Два раза получил. У меня примерно 4 атаки. Где ты стреляешь, бурбон? Ой, как с такого расстояния, как плохо. Там еще ползут крокозябки. Ой, как больно. Он пора лечиться. Слушайся его, эти ребята вообще юмора не понимают. Какая встреча! Может быть, это обман зрения? Нет же, это бурбон собственной персоны. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семен, смотри, как кто к нам пришел. Вот хрень! Мы вляпались, пацанчик. Михалыч, какая встреча, а я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Мы встряли, походу, с этим бурбоном. Так интересно, а вниз могу спуститься? Опуститься? Ну, не знаю, а тут, ну, блин, хочется вниз, но мне кажется, что вниз не пустят меня. Так. Вниз спустись, там важный лут. Блин, мне так... Это явно будет смерть. Не, не смерть, смотрите-ка. О. Водичка. Так. Стой, как же мне залезть сюда? Да давайте. О. Странно, что первый раз ты упал. Тут кап-кап. Всякое можно полутать. Ой, как больно-то. Нет, здесь ничего нету. Просто немножко полутать. О, что-то есть. Опа. Так, все, можно валить отсюда. Хотя... О, нифига. Сюда лучше не идти, наверное. Здесь, короче, такой же, как у меня, только с длинным стволом. Здесь кто-то жил. Блин, жалко, что я свой коллиматор не могу снять. Жалко, что реально свой коллиматор не могу снять. Что за борода? Почему здесь все так устроено? Я хочу снять коллиматор и поставить на этот. Я хочу собирать грейды на стандартные пушки.
Он берет, короче, скидывает целиком полностью всю пушку со всем обвесом, который я купил. Я купил за 25 коллиматор. О, здесь сундучело. Типа я должен знать код? У меня должен быть ключ какой-то? И скорее всего... Не забываю подкручивать фонарик. Это сделали только в метро Исход. Это просто очень неприятно, потому что как бы здесь ничего нету. Так. О. Опа, давайте-ка сюда спрячемся. Заброшенный туннель, заметка 2. Заброшенный туннель? Не-не-не, это не то. Не, я надеялся, что я какой-нибудь парольчик найду, но парольчик я не найду. Где не здесь, прям тут написано. Мне нужен, наверное, ключ какой-то. Так. Так, ну мы все тут полутали, больше у нас не будет. Подожди, а там у нас лестница какая-то? Нет, это не лестница, это фигурина на рогулине. Тут, кстати, можем залезть, да? Тут обвес не так просто снимается, некоторые обуреды часть ствола, без которого он функционалист. Вот это я посмотрел в чат. Ладно. Окей. О, между прочим, все равно меня. О, зато я нашел патроны. Хотя здесь F, да. Да, блинский магнитофон. Я в чат посмотрел, жал наверх, а он что-то взял, упал с лестницы. Ты чё, братан? Короче, здесь я пока залутать не могу, надо искать пароль. Пароль я не вижу. Саму эту штуку метрошку мы дерябнули, так что хорошо. Ну да, я понимаю, что некоторые апгрейды, некоторые штуки апгрейды как часть ствола. Понимаю, что это справедливо, но немножко обидно. Понимаешь, ты как бы тратишь денежку. Понимаешь, ты тратишь денежку на апгрейд этой штуки, а она по итогу не работает, и... О, нифига. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Будь я проклят. Это ж Бурбон. Эй, ребята, а ну-ка обыщите их. Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. О! Не двигайся! Да подожди ты, дай метро стырить. Стоять! Я с тобой разговариваю! Да я тут. Ну, стою. Метро дай почитать. Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком. Патрулил их еще. Бля, мы вляпались по самые помидоры. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они нам. Ну а ты видел, что это будет?
Нет? Может, это вражеский шпион? Теперь ему все о нашей обороне известно. Там все слабые места. Сожжен. Я там давно уже не был. Стильно реализовано все. О, еще тут потрошки в уголках запрятаны. Это что? О, так это же сортир. И вон она. Я увидел еще один сейф. Ну, на Ганзу нам. А чего нам на Ганзу? Маленький граффитист? Это Москва. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Офигенно. Может, самогончику навернем, мальца? Повод. О, бармен. День машиниста мы уже отмечали два раза на этой неделе. Мой сын сегодня произнес. Ты один? Я и пацан, больше никого. Поздравляю. Мама или папа? Не моя смена. Да ладно, придумаешь что-то. Не могу тебе помочь. Сегодня приходите люди с солдатом. Это кончать с этой хренью. Башляю в половину от обычного. Знаешь, старички, когда каждый пылесосы напали на нас из бокового туннеля, я в них каждую ночь кошмары вижу. Себя вижу, как я командую своим отрядом. Они не слушают меня, у всех стволы опущены, все словно пьяные. Кровососы идут на нас прямо. Я кричу: стреляйте, сукины дети! Огонь! Огонь! А меня никто не слышит. Выпил водочки. Весь в поту. Сын плачет, жена плачет. Давай-ка мы с тобой. Что это они вообще там наливают? Что это такое? Отпусти меня, отпусти, неприятный спайс. Слышишь, Харе тут околачивается, иди фильтруй. Отойдите от ворот, выход закрыт, в сторону. Понятно, балалайчка. Прикупи себе красивую одежду, почувствуй себя гламурной. Расскажи, хочет себя почувствовать гламурной? А что ты продаешь? Три буху? Вот набор кухонных ножей. На прошлой неделе хочешь, ешь грибы. Хочешь мясо. Хочешь грибы. Хочешь мясо. Крысы. И вообще, отсюда здесь ближайшей обитаемой станции туннель очень долгий. О. Потому что Турчинская станция проклятая. Обмен валюты — это чтобы получить плюс бабосики. Но у меня, по-моему, с бабосиками это все хорошо. Хотя, как тебе сказать, хорошо. Фигня у меня с бабосиками. Туннель-то туннель. Сухой такой, тихий. Так. Да можно апгрейд купить себе на пушку. Послушается про то, какой это замечательный план. Пойдет в него один. И все. Поминай, как звали. 70 за эту пуху. Да не, это все фигня. Так, где у нас фильтры? Что из этого фильтра? А это что такое? Первая помощь. Так, это, собственно, фильтр для противогаза. 20 тишок стоит. За долгие годы все найдет выдобр, многократно использованных в кустах установлено. Аптечек 5. Вот эту штуку очень рекомендую. Наверное, фильтры аптеку надо брать. Фильтры аптека точно классные. Средства подай от 2. Всех проблем. Вот эту штуку очень рекомендую. Ой, так они, кстати, за десятку за штуку. Хороший рабочий. А инструмент. Здесь даже у меня максимальное количество аптек. Заметку. Ну и хорошо. Да, кстати, вот этими штуками я все... Видел бы ты его в действии. Граната зажигательная. Лучшее лекарство от головной боли. Считай, и ни разу еще даже... И все. Рад, что мы договорились. Так, это у нас что? Испытание 1. О, это тут можно испытание за монетку. Ой, иди сюда. Ха-ха, о, прикольно. Мне нравится этот с удлиненным стволом.
Еще повезло, что он едет направо, потому что если бы он ехал не направо, то а налево, он бы мог бы в перезарядку меня поймать и все. Я могу это все убить вообще. Вообще как бы как. Только мне надо быстрее стрелять. Нормальное такое испытание. Оно все уходит, его просто тут тьма поганая. Просто все уходит. А как это можно назвать испытанием вообще, если здесь... Если оно все свалило? По какому критерию судится, там, я не знаю, проигрыш? Какой-то раковый от... Испытание очень... Я надеюсь, мне дадут мишку. Я хочу мишку из тира. Упс, сейчас они уйдут. Сейчас будет просто, наверное, летать как сволота последняя. О, нифига. Ну вот так вот надо, да? Нет, непонятно. Не очень понятно, что они хотят. Чисто по головам, окей, сори. Не очень понятно, что они просто хотели в этом ключе, получается. Подожди, это вообще... Не очень понятно, что тут делать. Я стреляю по разным местам. Здесь надо два раза попасть. Я до сих пор даже и не понял, что это означает. Ух ты, нифига. Патронов-то надавали, какой жир. Так. Смотрите, сколько там патронов. Офигеть. Так, а что это мы такое сделали? Ну, патронов нам стандартных надавали очень много. Вот, теперь я могу наконец-то посмотреть на свою пушку. Посмотрите на нее. Ну возьми ты пушку. Во.
Ключ не пропустил, он с красной ниткой, подсвеченный колом, уже босс радиоприемником в этом помещении почти впервые, впервые откроешь сейф и поймешь, что это. В этом помещении у мужика с радиоприемником. Сталкеры говорят, в любом случае нельзя смотреть на кремлевские звезды, когда поднимаешься наверх. Они заговоренные звезды эти. Гипнотизированные, что-то вроде того. Посмотрим. Сейчас еще поищем. Глаз не отвести. А потом не успеешь воркнуть, как надо тебя ли еще... затянет. Надо ли еще обычных патронов, кстати? Кстати, подожди. Обмен патронов у нас как происходит? Поэтому сталкеры никогда к великой библиотеке поодиночке не выходят. А что это такое? Боеприпас, стальные шарики, шарики из-под шумника, благодаря идеальной обработке, стальные идеальные боеприпасы на некоторых кустарных видах вооружения. Ага, то есть можно из-за того, что у меня вот эта штука есть, я могу стрелять еще и шариком. Как удобно. А еще у меня копятся вот эти патроны. Это значит то, что рано или поздно надо будет... удобно. Отличная сделка. Мам! А, мам! Вот ты не будешь! Вы слышали? На перспективе на концевой запретили дурь. Если кого-то из щелоков воля Ну, значит так. Я тут добазарился с одним пенсом. Ну, давай, рассказывай. Ну, конечно, шматяра нереально. Но тут уж ничего не сделать. Зашибись. Все выдвигается. Третья планета Солнечной системы. Так. У нас аварийная ситуация. О, ключ упер. Кто-нибудь знает, как называется наша галактика? Млечный путь. Мой двоюродный брат рассказывал, что если дети убегают от родителей, их находят мутанты. И эти мутанты едят у детей мозги. Просто и куча... мутантами. Ну, типа ты видишь своего друга, идешь к нему здороваться, а он раз, и жрет твой мозг. Круто, да? Вообще. Я сам знаю, потому что мой папа разведчик. Он очень сильный. Ладно, пойдем, Бурбон. Дети тут совсем... Блин, смотрите, здесь чуваки на втором этаже живут. Сук, чтоб я так жил, я бы хотел так жить. Бурбон? Будто сам не знаешь. Ну, давай пульки и проходи. Я уже Михи замышлял. Но мне-то ты ничего не платил. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Вот дерьмо. Да. Приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Станция метро, проспект Мира. Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Черт, ненавижу это. Блин, мне очень нравится такая стилистика. И реально хорошо... О, мы почти на поверхности. Кажется, все чисто. Давай. Удачи, Сибири. Надо валить отсюда по-быстрому. А не надо одевать противогаз, это же зим. Это же это. Пошли, пацанчик. Братан. Ты что, обманул, что ли, всех? Как описать чувства? Когда после 20 лет в тоннелях видишь небо. Мне кажется, что Бурбон когда видишь город, стемнел, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище. «Вот он, мертвый город», — сказал мне Бурбон. «Добро пожаловать домой». Давай. Это новый метро или какой? Нет, это старый метро, самый первый. Так, у меня уже одет противогаз? А теперь будь очень, очень на стрёме. А вот и счастливые мля жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно... Ух, фак. Слышь, братан, аж за мной бежит. Иногда на их жмуров набредаешь. Братан! Они как камень твердый, замороженный, но чистый... Не, подожди, это просто... это...
Ты зал обыщи как следует. Вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мастерят, куда добычу стаскивают. Ну. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. Ищем схрон. У тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Ага, наверху не будет проблем. Что тут у нас? Ага. О! А тут и маслинок насыпала. Спасибо, братан. Окей. Я вляпался в ловушку. Не бегая, магал тело. Это, скорее всего, и есть схрон. Ладно, я думаю, что стоит все-таки похилиться. Если не хочешь драться, я не буду вступать в бой. Так, еще растяжка. Да. Смотрите, какие хитрые говнари. Надо аккуратно сейчас как бабахнет. Чё тут нифига нет. Где схрон-то, ёпрасада, где девайсы? А вот, смотрите, сундучело. Чё-то нашли, чё-то нарыли. Ну, слабенько, слабенько. Так. Килл, не слышал. Килл для пусиков. Я считаю, что пока оба глаза видят, говорить нечего. Клан Бурбон, я чё-то нарыл и валим отсюда. Ты как? Пойдем. Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Двинули дальше. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Ага. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим, ну как добазаримся. Окей. Пацан, начкуйся! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, нычкуйся в любую щель. Это демоны как раз таки. Их тут демонами кличут. Но лично я называю их суками. Суки. Мне нравится. У тебя поэтично достаточно. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артем. Реально добро пожаловать домой. Давай, я тебя поймаю! Братан, давай. Минус. Да что ж мне так не прется, а? Ах ты ж в говнишке меня извалял. Ну что ж ты за человек? Тебе обойти это, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в 2 секунды. Вон там, видишь здание с воротами? У него во дворе вход в шахту. Тебе туда. Ага. Я тебя буду ждать в здании. Там есть секрет-позиция ордена. И не тормози. Главное. Не ешь желтый снег. О, демон. О, демон за бурбоном выехал. Здание с воротами, это, кстати, не оно, я в другое здание, он мне про другое здание говорил. Хотя, смотри. Так, первый пошел. Сразу.
Я не понял, ты этот? Нет, все нормально. Мне тяжеловато дышит персонаж. Так, подожди, у меня чё? Ты хочешь сказать, что у меня... Так, подождите, у меня ж там фильтров... почти нету. Ладно, хотя нет, здесь трубак, наверное. А, вот фильтр прям тут находится. Да? Нет, тут только на 2 минуты. Юпросет, так мне вообще надо быстро проходить. Так, это дробовик, это аптека. Ладно, револьвер с этой штукой мне очень нравится. Поехали. Поехали наверх. Надо быстрее двигаться, но при этом смотреть на ловушки. Потому что много мидпаков нету. Я, правда, вообще изучаю место, которое, типа, вообще подарочное. Мне здесь ничего не нужно. Вау, нифига. Ты пришел, сталкер. О, ничего себе, меня колбасит. Я слышу, как здесь... Как здесь оживленно было когда-то. Офигеть. Реально это как монолит. Наступаю на все стекло. Видимое и невидимое. Набор аптечки. Мне даже хилиться не надо. Так, там демон может быть, так что мы туда не пойдем. Хотя здесь можно упасть. И куда попасть? Ага, это как раз таки те самые ворота. Мне к воротам к этим надо как раз таки. Это то, куда я шел. Как зайка. Ну, как известно, первое правило уважаемого мальчика — всегда все чекай. Никогда не оставляй непроверенные углы. Ну, вот я. Угу. Здесь что? Аптечка вообще в каждом лежит. Ага. Вот, собственно, ворота. Вот, собственно, проход, который мне нужен. Бурбон, братан, ты где там? Ты же ёжик. Е-е-е-е-е-е. Да как так-то? Я же жал. Подожди, а как надо было жать? Так, тут надо шурнуться. У меня все равно этих аптек как грязи. Этот еще даст аптеку. Почему ты не даешь мне аптеку? У меня все еще их 5. Почему? А, потому что я там уже после наркомана. Так, как этого чувака завалить? Он какой-то странный. То есть я как бы открою дверь, здесь появляется этот чувак. Отлично. Ай, молодец. Жмяк, 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 жмяк. Да, аптеки здесь реально в очень большом таком количестве. Ну вот и дышалки тоже в хорошем количестве. Ну да, здесь люди не могут без них. Они их запасают впрок и отлетают здесь.
О, слышал, кто-то стреляет из оружия, скорее всего, это Бурбон. Кто? Кто он? Прям монолит какой-то, ей-богу, творится. Здесь чайничек горячий. Что? Чай горячий здесь? Здесь человек, получается, живет? Так как мне попасть туда? Бурбон, там... Это ты? Или это враг? Кажется, что пора менять фильтр. Популярного монстра какого-то. Нет, это обычный. Нормально. Это, короче, те же самые отморозки, да только на крыше. Жалко, почему я вот сейчас я вообще никак не могу посмотреть, какое количество у меня патронов. Вот рели, да, как странно. Кто мог посмотреть, сколько у меня противогазика осталось. Так, это что-то неплохое, это мне здесь, наверное, сюда надо идти. Так, вот не жалко тебе скотину? Совершенно не жалко. Либо они, либо я. Так, тут, кстати, надо аккуратнее бегать, это место очень похоже на схрон. Схроны, вероятно, здесь вообще будет. Ой, вылезай, дурачок. Дудачок. О. Даже не полутать. Водичка радиоактивная, поэтому... Блин, эти штуки даже летают. Видите, они элитные. Эй, вставай. Драй. Сухо. Еще есть такое себе. Блин, там кто-то реально это что было? Дзык-дзык. Меня прям что там, это что такое? Ядрёная бомба, это как вообще? Флэшбэки. Флэшбэки, они такие
Велосипед из пилы. Ой, фу, из пилы, сияние. Хотя можно сказать, что из пилы. Я здесь просто какие-то пасхалки. Какое-то место какого-то непонятного ракового портала. Короче, что-то со мной не так, ребята. Артемка какой-то контуженный у меня. Ладно, пойдемте сюда. Тут у нас друг. Ты зачем снимал? Зачем демон снимал? Так, демон. Так, стоит ли его нападать на него? Вообще, я, в принципе, сейчас в закрытой зоне. Может быть, это и хорошая идея. Просто спугнулся. Скорее всего, он сценарно не должен со мной сейчас драться. Ага, спугнулся мой кок. Это может быть тот же самый клоун, да только... Бошку. Он не может меня атаковать, потому что я в хорошей позиции стою. Я по нему уже очень много раз попал. По-моему, ему вообще просто насрать на урон. Маршрутки, ящик с лутом. Посеп. Не, он просто свалил. Шикарно. Так, кто-то там еще стрелял. Это, скорее всего, Артемка. Фу, Артемка. Бурбон. Так, а на какую кнопку у меня милиста? Интересно. Что-то не так работает. Не могу залезть в этот магаз. Так. Кого-то жрякают. В водичку лучше не лезть. Так, а как я куда? Куда я? Ага. Туда? Но как? Ёпрсте. Мне, мне чужого не надо, это чтобы у меня ваншот. Максимально неприятный молодой человек. Ага, вижу, там можно зайти сюда. Так, растяжка. Еще одна растяжка. Сталкеры поганцы. Что же вы все в ловушки-то запихиваете? Лускар. О, что это? Я вооружился по полной и отправился на север, на ВДНХ. Похоже, у них там проблемы с нашими старыми друзьями. Если они вернутся через пару дней, сообщи полковнику и собери наших людей. Удачи. Это случаем не голос ли нашего братана? Нашего братана главного сталкера. Кстати, это его хата, он здесь живет. Вот так вот.
Повезло мне, дураку, что я за угол зашел. Ловушки просто охраняющие его дом были. Шакалит излучение. Хауют. Подлые в углу скры. Хавают людей. Сволотаторы. Слишком близко к водичке, лучше не находиться. Так, ладно, подожди. Здесь мы уже выходим. Значит, надо все-таки чекирование какое-то провести. Ну да, здесь просто лутецкий был. Приятно, приятно. Валим отседова. Даже лутнуть уже ничего не могу. Ну, я уже должен потихонечку встретиться с бурбоном. Так, здесь посмотрим, у меня здесь какая-то корневая система, я, кажется, не обойду. Хотя, может быть, вот тут вот. Корневая система, я не тут обойду. То я нашел трупак. Я нашел трупак, к которому присоединюсь. Так, и что произошло? Мне кажется, надо мной... я приехал, что ли, или что? Мне туда? На эти трубы? Вот так вот мне надо было отсюда вылезать, я понял. Короче, то, что визуально кажется непроходимым в этой игре, действительно непроходимо. Расколбасило, ну-ка иди сюда. Немножко мерцает в глазах красненьким. О, господи. Ты, ты меня напугал. Молодца, отлично сработано. Здорово. Почти, почти пришли, еще один двор остался. На самом деле не стоит стесняться по... Аптек здесь как бы достаточно много лишних, поэтому не буду стесняться. Сейчас, подожди, здесь надо все это чекать, там такие классные штуки. О. Какой-то ключ нашел. Теперь, возможно, могу открыть какой-нибудь сейф. О! Фак. Опять не заметил растяжку. Ты их хрен заметишь. Эти поганые сталкеры вечно кузьмят. Надо запомнить, что растяжки здесь делаются. Скорее всего, от этого места сейф. Ой, классно. Ой, налутал-то. А ты, какой жирный. А, какой красивый. Шикарно. Ну, чего, пошли. Фонарь. Вот это тварюга. Я тут убиваю демоны, а вы... Про фонарь мне. Давай вперед двигаться. Да. Давай понемногу отходить. Куда? Куда? Вон эти уроды! Перебрали! Главное, что? Помнишь? Главное, желтый снег не есть. Помнишь?
Это у нас что получается? Мутировавшие сурикаты, они встают на две ноги. На две ноги и начинают. Чего ты не наносишь, братан? Вот демон пришел. Что делать будем, братан? Бегу. Ой-ой. Прыгай. Хватай его за руку, давай, валим. Хорошо. Возможно, это кошки. Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Это просто был наземный переход. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Здравствуй, Крон Сиси. Спартак чемпион. Мне, кстати... Я помню эту решеточку. Надо просто... Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Все, подождите, я знаете, что хотел сделать? У меня почему-то event list на самом деле не подгружен, а если он не подгружен, то я не смогу ребят отсекать. Все, снова. Первый пошел. Возможно, это жители Бутова не сильно изменились на самом деле. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца! Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину, так и к хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Кажется, Стас какой-то. Двигай! Что же за непруха такая? Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Понятно. Так, проверить. Плюс калашников, минус пистолет. Давай. Пистолет мне показался более классным, чем дробовик, на самом деле. Хотя дробовик у меня сейчас понадежнее будет, так что я, наверное, возьму АК. Ты стелс дабл сейчас. Ну и чё, блядь, делать будем? Ну чё делать? Искать? Я хотел ПКМ, типа, посмотреть, как он прицеливается. Я забыл, что там выстрел двух. Ну чё, потопали искать, Лаша? Эх, Козлина, иди сюда, на! Чисто тема есть, попасай! Да чё, бля, не пацан? Он поджигается. Удобно. Пацаны,
честного шагана урыл крыса! Интересно, ты подсвечиваешься. Упс. По свету можно ориентироваться. Высунься еще раз, ближний. Так, это пушка. Не, мне нужны от вас девайсы нормальные. Патроны. Патронов у вас должно быть дофига. Горелочка. Ой, это все надо тушить будет потом. АК что-то какой-то бомбезный. Бомбический, эпохальный, я не знаю, как его назвать. Просто оружие. Я ни в одной игре, по-моему, не находил оружие, которого у меня так регазмировало все везде. Прикинь, видел чувака, которого они сейчас поймали? Нет. А кто это? Кто это, да? Бурбон! Да ладно, хорош, что, правда? Ну, безбашенный перец. Идиот, вот он кто. Думал выпить с нашим хозяином и всем упростят, но оно, может, так и было бы, если бы хозяин был прежним. Так. Это все было бы так и было бы. Ладно, мы проверяем эту всю локацию. Зачищаем, конечно. Здесь куча патронов и всего такого говнишка, это все очень важно. Это все нам очень важно, это все нам очень нужно. Зажигательных у меня уже 5 штук. Я, кстати, так и не научился кидать зажигательные. Управление. Клавиатура, инвентарь. Зажигалка, журнал зажать М. Зажигалка это... А что это такое? Не знаю. Ну, конечно, это не зажигательное. Я просто хотел посмотреть, что это такое. Управление, мышь. Угу. Режим присев Z. О, надо его на C, как обычно, сделать. Мена тогда. Дополнительное оружие это C, атака ножом V. Использовать интерактив E, инвентарь оружия Tab. Это, кстати, как раз таки C и есть. Я понял, спасибо. Ша! Фа! Так, лутаем всех. Надеюсь, с ублюдком мы играть не будем. Вот это пипец. Чуваки, вы же здесь живете. Откуда у вас здесь ловушки? Будьте вы прокляты. Так, ладно, хорошо, сигналки проверяем. Стесняемся лутать этих негодяев. Ой. О, можно так? Ножи кидаются, и их еще потом бесконечно можно лутать. Это имбень.
Так, там можно по на. Так, это патроны на дробовик и зажигательный. Так, ладно, ты Z-ку-то убери. Угу. Хорошо. Ну, можно. Чё за хрен вообще? То ли мерещится, то ли ля. Э, кто? Чувак, ты просто. Подожди, стой, что за фигня? Почему ты согрелся на мои шаги, если у тебя за стеной должен быть. Так, попробуем цешкой тогда. Что с тобой? Не знаю, это была смерть или не смерть. О. Это близко. Сугубо капитанский стелс, сразу предупреждаю. Ах ты, сука, нас спали! Пацана завали! Господи, как отсвечивает-то собака. Не вижу в упор. Ага, вон. Как же вы отсвечиваете-то, а? Светят и была вообще боль. Хорошо. Так, здесь у нас что, всякие противогазики, здесь всякая полутона. КП вроде пока есть, хотя подразбили всякое. Так, думал прожектор, чтобы было темно. Конечно. Ой, не то. Я на С по инерции нажал. В принципе, сойдет. Будем считать, что я очень не хотел. Я не преклонен настолько, что просто не хотел даже. О, у них тут тир какой-то подозрительный. Видите, вы тут устраиваете, чуваки. Подожди, а почему здесь лежит оружие? Вот прям вот тут вот среди этих чуваков. Неужели эти чуваки это мутировавшие люди? Быть же не может. Так, о. Упс. Так, стоп. Где ко мне нужен? Тут у них. О боже, АК это просто офигенное оружие. Может быть, второй АК взять? Может быть, это лучше, чем у АК? Нет, такой же. Такой же АК. АК очень хорошая пушка вообще оказалась просто. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу. Это Одноглазый или Ганахор? Артём! Чё за... Одноглазый или Ганахор? О, минус, братан. Увы.
Можешь опустить свое оружие, юноша. Я, кстати, не долутал. Ну, с бурбон. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Я его напинаю. Что ж, мудрое решение. Местный ведьмак. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Бурбона, да, действительно жалко. Ты первый раз в метро играешь, да? Противогаз надо снять. У меня он разве одет? Подожди, а как его снять-то? Я все забываю. Он же на Т. Или я всегда типа с ним бегаю? Дже, все правильно. Я же и жму. Он его протирает. Наверное, просто нажать, зажать Дже надо. Все понятно. Здесь, короче, надо привыкнуть к тому, что здесь консольное управление. То есть всякие такие штуки, типа с зажатием работают. Слушай слишком долго. Офигенно. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Я знаю этот тоннель, а он знает меня. Пойдем. Может быть, я должен вам как-то яркости накатить? Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Ой, господи. Так. Мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Не прикасайся к силуэтам. К силуэтам. Сосредоточься. Так. Я вроде должен силуэт. Давайте, знаете что? Давайте. Давайте я попробую вам как-то поднять
этот фильтры добавить, коррекция цвета. Давайте я попробую вам поднять просто яркость самостоятельно, как вы на это смотрите. Это будет, правда... Это, правда, будет такое фейковое поднятие яркости. Вам стало лучше? Эта фишка в том, что это аппаратное поднятие яркости. Ты просто фонарем пользуйся. Ты просто фонарь врубай. Окей. Мама! Где ты? Так в смысле, у меня фонарь будет, будет гаснуть, и я буду не понимать, что у меня уже фонаря нету, а видно все нормально. Дрёна бомба эти штуки. Было норм, да, крейгазм. Верни. Перебор убавь на челядь. На четверть. Так вот, вот так вот сделаю. Паутину можно поджигать. Вот давай попробуем. Так, не то. Журнал пропустил? Где? О, спасибо. Я, правда, все равно их не читаю. Чики-брики и стример, да. Идем же. Идем же. Замри и смотри в дред. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Дрёна бомба, что за фигня? Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Ладно, раз вы ругаетесь, то пущай будет... пущай будет вообще без яркости. А то, ну как бы, думаю, что без коррекции цвета тогда будем. Да, нормально. Без коррекции цвета самое оно. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля.
которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Охренеть. Нормально ты, дед, депрессируешь. Вообще депрессируешь на пятерочку. А, дьявол. Это он шокирующе пырит. Слышь, Хан, а ты точно продюсер? Правильно делаю, что иду за тобой? Сосредоточься. Мы сосредоточены. Ух ты ж, япона мать. Проклятие. Этот несчастный с Тургеневской. Кажется, положение там становится все хуже. Окей, я понял. Так, ты запарила? Паутинка. Ну и поганейшие паучата. Идем же. Идем. Идем, идем. Сосредоточься. В смысле, сосредоточься. Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся им. Стой. Я не чувствую. Я ничего не чувствую. Где? Как я должен чувствовать? Замри. На самом деле она не злее, ну скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Будь осторожен. Да я осторожен, как просто офигеть. Самый осторожный на всем Диком Западе. Дьявол. О, хорошо. Готовься. Чудовище возвращается. Окей, я готов. Ты
Что-то АК против людей очень хорошо, потому что очень точный и небольшой урон. Но вот против баганцев что-то плохо играет. Или я прям в упор не попадал в голову. Хотя вот Хан отстреливает. Чудовище возвращается. Хотя Хан отстреливает на пятерочку просто. Ну сколько? То есть как бы 6 патронов надо или сколько? Хотя нет, 2 патрона хватило. Просто у них голова какая-то странная. Да как так-то? Бах-бах-бах-бах, все. Они на перезарядке просто выносят мозг. Я даже не знаю, может быть какой-то огнемет нужен. Что-то, что не дает такой плотный релоудинг. А то бумер годзовый. Может быть у меня есть позиция, где я могу себя чувствовать лучше? Нет, нифига. Аха, убей. Чудовище возвращается. Ладно. Готово. Главное выцелить в голову и зажать в меня. Да как так-то? Я даже свичнуться не успел. У, блин. Кстати, да, надо гранатками кидать. Точно, точно, точно. Дьявол. Зажигатель в руце. Готовься. Чудовище возвращается. Бегать не пробовал. Хан, как ты на огонь реагируешь? Отвали. Подъедает. Да, отлично, Хан их принимает. Будь наготове. Вмешиваться не стоит. Пусть и вмешиваться. А, это... Вот так оно и происходит. Живой пример. Нормально. Патронов, правда, было отдано тьма. И гранат было отдано тьма, но ничего. Так, здесь можно покататься. Прыгай на дрезину. Нет, подожди. Впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Я подожди, я хочу сначала. Нормас. Попрыгаю. Резина for life. Ладно, ХП еще тьма. Артём, у тебя благородная и важная миссия.
Но думаешь ли ты, что люди полиса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Не могу понять, дробовик хорошо? Или плохо? Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь. Не хочу от безжалостных чудовищ. Редукс это типа ремастеринг? Ну да, плюс-минус. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Понятно, Тургеневская Кёрст. Станцию снова атакуют. Пойдем, Юнаша. Защитникам может понадобиться помощь. Хан! Сюда! Очередная атака? Да. Они прорвали внешнюю оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра. Откуда ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать. Мы с Ханом пойдем. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артём? А с этой станцией судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый тоннель, так далеко, как сможешь. Установи мину и беги назад. Принято, босс. Что касается перехода, его уже пытались обрушить, но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Постарайся закрыть их или взорвать. Я останусь с уцелевшими. Если тварей окажется слишком много, замани их на нашу позицию. Понятно, идти в левый туннель, если будет прижимать, возвращаться обратно и начинать все сначала, взорвать проход, взорвать гермоворота. Окей, босс. Как скажешь, босс. Считай, что все уже сделано. Так. Я передумал. Пацаны, валите их. Так, Хан. Гасите их, гасите их. Гасите их, их бесконечное множество. Как там еще круто. Так, я надеюсь, они ограниченным тиражом. Эй, пацаны, смотрите. Эй, Бобя. Бобя. Ёма, маслины вышли. Маслины вышли? Ты чё? Только принимайте их. Блин, ядрите, тут реально тьма. Они сейчас... Этих чуваков лучше дробовиком принимать. В мили. Вот подошел в мили, один раз дробовиком дал, и самое оно. Ты ж трындец, ничего не скажешь. За мной? Нет, не за мной. Ты за мной. О, боже, нет, ты с одной дроби не умираешь. Окей. Иди сюда. Отлично, Саша, отличное попадание. Просто отличное попадание, ребята, вы видели, да? Два выстрела в упор. Опа, ловушка. Не хочу дезармить. Может, хорошо помочь мне. Ага. Угу. Опа, в тень не надо было вставать. Мимо.
помним, что ползем в левый туннель так глубоко, как можем. Здесь даже попроще стало. Сказал я и стрелял. Калаш даже против этих чуваков хорош. Калаш просто бомба. Так, тут как-то залезать-то очень тяжело. И как ты мне предлагаешь это все дело? Как ты мне предлагаешь это все дело минировать? Это ведь не так работает, да? Ну, это ведь глупо подразумевать, что это так будет работать. Конечно, это не так работает. Так, я, может быть, дебил? Но это он. Это же он. Это, ну, это левый туннель. Зайти как можно глубже. Ты на планшете должен быть компас. Компас, который говорит мне, куда идти по заданию? О, офигенно, если это так. Ладно, давай. Ага, вот. Надо было сначала найти взрывчатку. Ах, собака! Да чтоб тебя черти в гости. Да нет же! А-а-а! Да хватит! Просто шок контент. Попробуем немножко стелсануть. Хотя нахрен стелс. Пусть если идут за мной, то пусть то идут за мной. Раз, два, вижу. Короче, если ты не целишься, то от бедра стрельба просто не идет туда, куда надо. Так, хорошо. Не нервничай. Я нервничаю? Ты говоришь, что я нервничаю? Я не нервничаю! Ты сам не нервничай! По три пули примерно хватает. Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, Вася, ран! За деревянный щит. За второй деревянный щит. А, за бетончик. Ран! Нормально. Так, тут у меня...
Так, мне сюда надо, мне так хочется сюда зайти. Что я сюда зайти не могу? Еще эта штука носит мне урон. Какая грустная картина. Мы с перехода еще прут. Братан, а что мне дальше делать? Подожди, я... Кан, братан, я все взорвал. Че мне? О, тека. Так. Пацаны! Кан, ты немного залагал. Кан, ты не помогаешь мне стрелять. Так. Как же тут много говнарей. В бошку стреляешь, а не умираешь. Да ладно, ты хочешь сказать, что у меня кончились патроны на АК? Хоть меня и АК на хрень какую-нибудь. Закрыли. Так, хорошо. Блин, какие у меня патроны, это здесь не патронистые, а там что такое? Как будто блестело что-то вкусное. Эта лампа пролетела. И, ну, дробовик неплох. Дробовик неплох тем, что у него очень хорошая КПД этих патронов, как минимум. Так, это, собственно, дрезина, с которой мы приехали, так что ничего интересного. Где Хан? Где Хан-то? Хан, ты тут? Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. А это как? Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Ёпарасоте. Кузнецкий мост — независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложности. Другое дело — коммунисты. Там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Блин, братан, было бы очень мило, если бы ты меня научил такому же трюку. Потому что я не очень врубаюсь, как проходить через... Храм надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас